И снова все, всем здравствуйте. Что в природе есть, это все. Мы вот с Мишаней собрались. Ой, да. Вот Мишаня у меня друг. Собрались с ним прокатиться немножко. Машинка у нас сегодня новая. Хорошо забытая старая. Да, 97-го года. 97-го года, Нивушка. Поехали малинку посмотреть. Мне не надо, Миша не надо. Вот сейчас заедем. Вот сюда. Да, неудобно держаться здесь. Вот так и сюда. Березы-то на горе, смотри, зеленые. А везде практически уже желтые внизу. Травы много. Вот здесь кто-то подкашивал. Ну, тут мужик ездит один на Ниве с тележкой. Один на квадроцикле ездит. Тихоньки, тихоньки. Не поспешай. Зарастает дорога. Зарастает. Как будто давно здесь дождя не было. Сухо. Мы хотели сюда с Серегой на Тойоте заехать. Думаем, заедем сюда и все. Ну, да. А назад дороги нет. А кто нет. Здесь будет вытаскивать? Вытаскивать. Будем сидеть ждать. Так, сейчас сильно не разгоняйся. Сейчас посмотрим, вот здесь вправо дорога есть, нету. Есть, заворачивай. Ху, так тут там делать нечего, скорее всего. В смысле, уже протоптали тропинку. Но ты видишь, что тут творится. Да, вправо, вправо. Не единожды видно, что не дают траве расти. Что-то кочек больше стало. Или она себя так ведет? Ну, жесткая, короткая машина. Я уж 100 лет на Ниве не ездил. Нет, вот здесь более-менее. Ну сюда только за ягодой, так кто поедет еще? Так за ягодой и ездят. А? Вот сейчас сразу вишню посмотрим. Были на северный пункт какой. Тормозил лаптёй в тенечке, вот здесь. Обратно туда же или туда поедем? Нет, туда не поедем. Тогда все, приехали. Мишаня как на танцы готовится. Он сейчас переоденется и все будет у него пучком. Вот тут у нас малинка есть. Вот сейчас мы ее сколько здесь поберем. В Америке потом журналы отсылают такие снимки, получают бешеные гонорары. Да? Тут прям за меня кто заплатит. Вот видишь. Я отсылать просто не буду. Вот такая кисточка мне попалась. Малинки. Она мелкая. Мелкая-мелкая. Как бусинки такие. Но она сладкая. Она слаще, чем крупная. В несколько раз. И душистее. Почему-то на базаре у нас не берут ее. Мелкую. Ну, редко кто. А вот крупную домашнюю берут. А это ароматнее и вкуснее. Как понять людей? Что ее выбирать? Вот только вот собирать ее долго. А так-то все хорошо. Ой.
Угощаю. Брат с севера приехал. Еще надо взять грибочки посмотреть. Поди вылезли. Вот в этот березничок. О, тут ягодка покрупнее у нас. Вон какая кисточка. Сейчас мы ее подоим. Эту не буду брать. Вот такая примерно. И выше пошло дело. Там они внизу еще есть. И тут есть. Ой, сколько ее тут хорошая, прям прихорошая. Все, надо высыпать. Я бетончик с собой здесь с бутылки висит. Он легкий. Он уже третья штучка уже у меня. И вот еще идет. Туточки. Тут еще зелененькая есть. Тут еще навалом. Тут еще неделю можно собирать. Только не ленись. О. Кыш, муха падла. Вкусно. Съедим. Все, буду дальше копаться. А тут вот такой кустик красивый. Там он еще есть. Вон она вся. Ой-ой-ой, сколько много. Я ее сейчас буду жрать, 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 жрать. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Пока не наемся. Да я ее так молочу. Только шуба заворачивается. Такие тут дебри. Тут вообще ничего не видно. Все в травище. Трава же нынче у нас караул. Вон Иван Череп прет. Вот такие здесь дела. Вишня вся засохла. Вся. Почти вся. По крайней мере, вот здесь, где я нахожусь, вот на этом месте все засохло. Я раньше приходил, тут это поменьше травы было, и она висела вся, малина висела на кустах, на вишне. Наклоняться не надо было. А сейчас она вся внизу в травище. Приходится ее здесь добывать. Вот к этому кусточку я вернулся, и я начинаю его доить. Это вишня. Ее нет. От слова совсем. Вот вру я так, вру. Вот она же, вот она. Вот она. Одна всего. Пусто. Неурожайный год. Как на орехи. Кедрача. Тоже иногда не бывает. Кедрач раз в 4 года растет. Так что ли, люди говорят, добрые, тютю. Хоть показывай, хоть не показывай, хоть ищи, хоть не ищи. Не найти. Это заросли малины. Там где-то трактор тарабанит. Что-то роют гады. Испогабили, испохабили всю природу черти. Закатаю вату. Пошел я вот в этот малинник залезу, посмотри. А я отсюда уже вижу, что там есть. О! О! Как вам такое? А как вам такое? Ну, мне нравится это. Я здесь маленько постою. Тут вообще ковер ее. Так вот едешь, едешь, едешь. Она тут везде. Я уже объелся. Обожрался.
Я еще и смородины потрескал успел. Кустик тут есть один у меня, заветный. Вот она, тут кругом. А тут кругом. Перекругом. А весола растет. Травище. Выше роста человеческого. Все, я готов. У меня все под завязку. 3 штуки. Мне хватит за глаза. Полежать бы где-нибудь еще под березкой. Сейчас поваляюсь. А там видно будет. Ну все, едем домой. Вот по такому пути заросшему. Это поля слева-право. Сельскохозяйственные. Ага, были когда-то. Притормозимешь чуть-чуть? Вот отсюда нахуй. Нет, чуть ниже. Давай, чуть-чуть. Тебе не видно будет. Вот так вот у нас дымят заводики помаленечку. Сейчас. За экологию. Ферросплавный и алюминиевый завод. С гор смотришь, там такой этот смог стоит. В прошлом году на этих полях рожь лежала. 2 года она пролежала, ее не убрали. Так она и ушла в это. Вот теперь все заросло. Ладно, всем пока.